Здорово, друзья, это Данте, это новое видео, и сегодня мы с вами зайдем на новый сервер от проекта Arizona Roleplay, посмотрим, что там вообще такое вот происходит, а также с помощью админки мы посчитаем, сколько всего денег было задоначено за сегодняшний день, за несколько часов после открытия. И, кстати, в прошлом ролике я вам сказал, что сколько на меня людей подпишется до следующего видео, столько денег я разыграю вот в этом вот видосе. Получилось около 300 человек, поэтому разыгрываем с вами 300 рублей и... Вот он, победитель, отпишись мне ВКонтакте. Ну и давайте это повторим, почему бы и нет. Так что сколько на меня подпишется людей до следующего видео, столько я разыграю в следующем видосе. Так что с вас подписка, колокольчик, лайк. Ну а с меня, естественно, крутое видео. Так что приятного всем просмотра и погнали. Ну что, друзья, уже наконец-таки состоялось открытие сюрприза 10-го сервера проекта Arizona RP, как вы сами прекрасно знаете. Это произошло сегодня, 25 числа в 16:00, как бы многие были на стриме Сэма Мейсона, многие там пытались зайти. Кстати, напишите, сколько вы пытались зайти вообще на сервер в комментарии под этим роликом. Лично я коннектился даже с фаст-коннектором около получаса, наверное, потому что, ну, просто вот так вот мне не повезло, но в конечном итоге я сюда зашел, мне выдали админку на один видос. Так что сегодня вы узнаете, сколько в целом задонатили вообще денег, рублей на открытие сервера, то есть буквально за несколько часов. Сейчас у меня 11 часов вечера, открылся сервер в 4 дня, и это значит, что прошло, ну, примерно часов 7-8. Так вот, в принципе, жизнь уже на этом сервере достаточно сильно так кипит, то есть у нас тут уже есть и на рынке всякие игроки, да, на центральном рынке здесь уже продают свои товары, то есть подарки, 100 штук продают. И как будто на самом деле открытия никакого не было, сервер работает уже несколько месяцев, потому что здесь вот так вот все уже активно, много очень игроков, много игроков такого высокого левела, например, 8-го, там, и это не админ. Естественно, вот столько вот просто дохренища бомжей, которые сидят, просят как бы деньги, у них даже таблички не прогружаются, потому что их очень много на сервере. Ну и в принципе, если вот так вот посмотреть на карту всего сервера, да, посмотреть, какие там дома, бизнесы уже купили, можно увидеть, что практически просто все дома уже скупили, за исключением вот некоторых, которые стоят по 40 миллионов, потому что донатить и переводить деньги вот на 40 миллионов на эти вот дома, это, конечно, ну, немного так глупо, что ли. Совсем чуть-чуть осталось бизнесов, то есть вот такие вот предприятия за 15 миллионов, отель за 17, и вот самые-самые такие вот дорогие бизнесы у нас остались, закусочные всякие вот в этих вот жопах мира. Автосалон люкс за 400 тысяч, а за монеты тоже, кстати, почему-то никто не купил. Как бы это достаточно, как бы странно, да, 200 тысяч рублей, но такое. И вот посмотрите просто, сколько сейчас людей на ферме. Вы просто вот так вот на это посмотрите с высоты птичьего полета, сколько здесь народу. Это просто ведь... тьма, и это только вот на одной ферме, если еще посмотреть на грузчиках там и так далее, на других всяких работах, это просто, блин, капец, я никогда на самом деле такого не видел, я никогда не был в роли админа на открытии сервера, ну и благодаря тому, что мне выдали вот так вот на один видосик админку на новом сервере, мне посчастливилось посмотреть, что тут вообще на открытии, как там ловят всякие там дома, бизнесы и так далее, ну и естественно, друзья, то, чего вы ждете, это, конечно же, посмотреть вот эту вот статистику денег, которая вот так вот доступно у нас с первого левела админки. Давайте сначала посмотрим, сколько денег у нас было слито за сегодняшний день. То есть слито с VIP-объявлений, слито с Гурама. То есть здесь показаны все деньги, которые как бы отнимаются у игроков, и другим игрокам они не переходят. То есть, например, не знаю, там, покупок интерьера. То есть у нас уже покупали интерьер в дом за 160 тысяч. Как вы понимаете, если игрок платит за интерьер, допустим, либо там, не знаю, VIP-объявление, то у них как бы деньги переносятся именно на сервер, и никаким другим игрокам они как бы не начисляются. Поэтому здесь у нас вот так вот выходит, что слито сегодня было 35 почти миллионов вирт. Это на самом деле вообще очень мало. То есть если сравнить с другими серваками, которые работают вот в штатном режиме, то это прям серьезно маловато. Кстати, друзья, вот сейчас мне стало интересно, много ли народу у нас присутствует сейчас на автобазаре. Давайте сейчас с вами это просто посмотрим. Блин, не туда я немного тпхнулся. И в принципе, да, то есть достаточно много тут машин, причем они все вот так
так вот с ГОСа, то есть сразу вот купили, сразу привезли сюда вот такие вот ранчеры. Стараются люди продавать их, естественно, дороже. Тут у нас стоят всякие ПСЖ, там вот эти вот всякие мотоциклы. Кстати говоря, в автосалонах еще достаточно много всяких интересных, прикольных машин осталось. Например, там Bullet, Infernus, вот эти вот все тачечки. Поэтому, в принципе, если хотите, то можете как бы приехать забрать. Хотя тут, наверное, невыгодно будет их покупать, потому что, например, Infernus 9 миллионов стоит. Это, конечно, блин, очень дорого. Все люди вот здесь вот стоят, ждут, пока заспавнится НРГ, чтобы его купить также на перепродажу, потому что они уже тут как бы в ГОСе даже закончились. И, друзья, я, конечно, специально тянул этот момент до последнего, чтобы вам показать новые деньги. И, например, с депозита вот за эти вот 7-8 часов людям накапало $960. То есть уже люди кладут деньги на депозиты, им уже приходит какой-то процент, но 900, конечно, баксов это мало. На ферме за сегодняшний день, на заводе сегодня заработали достаточно много уже денег. На грузчиках очень много, 7,5 миллионов, это жестко. Ну и самое интересное, то, чего вы, наверное, целый видос сегодня ждали, это обмен АЗ коинсов. И вот так вот это все у нас выглядит. То есть у нас забагалось даже вот это вот число, и показано вот здесь вот у нас минус 1 миллиард, 1,5 миллиард, в общем. Я узнал, что значит этот минус, я неспроста сказал, что это баг, и это значит, что так же, как и баг был с вертами, если у нас получается больше 2 миллиардов в банке, то просто-напросто все вот так вот уходит в минус, и это значит, что обменяли АЗ коинсов у нас сегодня больше, чем на 3 миллиарда. То есть мы с вами берем максимальное число, вы видите его где-то вот здесь, да, вот эти вот миллиарды, да, прибавляем к ним еще вот эти вот 1,5 миллиарда, получается у нас 3,5 миллиарда. Поскольку у нас одна АЗ монета стоит 1500 вирт, это значит, что нам нужно 3,5 миллиарда разделить на 1500, и из этого мы с вами получим, что сегодня на сервере получилось более 2 миллионов АЗ монет. И это значит, что как бы тут вообще очень простая математика, что всего в целом сегодня задонатили больше 1 миллиона рублей на Аризоне Ролиплей Сюрпрайз. Вот такой вот сюрприз. Ну а если быть точным, то вот такое вот у нас число получилось. То есть это 1 166 666. То есть, ну, достаточно как бы неплохо. Браво! Ну что, друзья, в общем-то, такая вот у нас сегодня информация получилась. Я думаю, что многие из вас были как бы в шоке, как и я, к слову, да? Все-таки такая вот большая сумма за несколько часов после открытия сервера в Сампе, это все-таки дорогого очень-очень стоит. Все-таки, блин, 1 миллион, это... Ну блин. В общем, кто бы что ни говорил, открытие прошло сегодня, я думаю, что успешно. Конечно же, не обошлось без всяких косяков. То есть сначала не работал донат, потом что-то еще такое вот происходило. Но в итоге, я думаю, что сейчас уже все так стабилизировалось, все так стало нормальненько. И поэтому я думаю, что все успешно. 10 тысяч онлайна на всем проекте добило Аризона. И это просто вот заслуживает отдельной похвалы. Поэтому я поздравляю всех игроков, кто играет на сюрпризе, кто играет на других серверах, с тем, что вы играете на топ-1 проекте в Сампе, и, ну, блин, это круто. Так что, да, друзья, спасибо всем большое за просмотр, надеюсь, что видео вам понравилось, вы остались довольны, проинформированы, потому что не каждый день вам предоставляют вот такую вот инфу, сколько там задонатили на открытие рублей. Я никогда, в принципе, не видел вот таких вот точных, ну, практически точных цифр. Так что спасибо всем за просмотр, друзья, если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, скоро 50 тысяч, и это будет просто великолепно, когда мы добьем эту цифру. Я вам всем заранее говорю огромное спасибо за подписку. Всем желаю удачи, друзья, с вами был Данте. Всем до скорых встреч, скоро видосики новые, скоро стримы, скоро много-много всего интересного. Всем удачки и всем пока-пока.